что это? Игра начнется ночью? Что? Кто это вообще написал? Блин, Том, а что, мы решили, как Новый год-то будем отмечать? Макс, у нас с Машей столько планов! Ага, и накроем огромный стол! Да, обязательно будет оливье, мандарины. Да. Ребята, я что-то не поняла! Что это все значит? Что значит, игра начнется ночью? Вы прикалываетесь опять? Чего? Маш, ты что? Если это очередной ваш прикол, то он вообще не смешной. Маш, ты о чем вообще? Какая игра? Да ладно вам, типа вы не знаете, о чем я говорю. На снегу кто из вас написал, игра начнется ночью. И почему вообще ночью? Давайте тогда сейчас начнем. Чего ждать-то? Да ладно, Маш, ну какая игра? Я вообще не понимаю, о чем-то. Да я же говорю, с окна я увидела. На снегу написано, что игра начнется ночью. Да? Прикольно, я тоже пойду гляну. Давай-давай, глянь, на втором этаже, посмотри. Делает вид, что ничего не знает и не видел. Лично я совсем не понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, прикольно, реально на снегу написано. А кто из вас написал, признавайтесь? Ну точно не я. Я как только это увидела, сразу же побежала к вам. Хотела узнать, кто из вас это сделал. Я ничего не писал, значит Тома. А чё сразу я? Может это ты? Я? Да вы меня у ворон встречали, когда я мог это сделать? А откуда я знаю? Может ты через забор пролез, написал и потом только сделал вид, что ты только пришел. Смотрите! Черт! Так вот кто написал, что игра начнется ночью. Это Хаги-Баги. Что ему от нас надо? И какая еще игра интересная начнется ночью? Ребят, пойду-ка я тоже гляну сверху через окно. Только аккуратней там. Смотри, чтобы он тебя не заметил. Вот так вот в гости к вам приходи. Вечно приключения какие-нибудь. И что делать теперь будем? Макс, ну мы же в этом не виноваты. Реально там написано, игра начнется ночью. Нам-то что ли не верила? Верила, конечно, но интересно было. Все, ребят, давайте валить отсюда. Я не буду ждать никакую игру, которая начнется ночью. Да, согласен. Это очень страшно как-то и жутко. Ни к чему хорошему не приведет. Все, погнали быстрее. Так, ребят, короче, быстро одеваемся, выходим, если Хаги-Ваги там нет, то бегом за ворота, только осторожно. Все, поняла, давай. Что за фигня, дверь не открывается. Тише, Маш, можешь дверь не попробовать? Дай я попробую, уйди. Ребят, да все равно не открывается. Может, выпьем? Да ты что, с ума сошла? Дверь. Все, капец, приплыли, блин, что делать? Короче, я все поняла. Нам надо ждать ночи и никуда нам отсюда не деться. В смысле, Том, ты предлагаешь остаться, что ли, здесь? Дверь закрыта. Точнее, она открыта, но почему-то не открывается. А вон там ходит этот Хаги-Ваги, который нас нафиг сожрет. Ребят, интересно, что нам придется делать и что это вообще за игра? Если мы будем играть с ним в его игры, оставит ли он нас вообще в покое? Надеюсь, что да. Ребят, а давайте кофе попьем. Том, не самое подходящее время кофе пить. Лично мне вообще страшно отсюда вылазить. Ну просто если мы заснем и пропустим эту ночь, думаю, нам хана. Когда вообще уже ночь-то наступит? Сколько нам еще тут сидеть и ждать? До захода солнца осталось 40 минут. Ладно, давайте попьем кофе. Как раз его пока не видно. Ползем аккуратно. Хорошо. И не шумите. Вкусный кофе. Макс, ну ты даешь. Уже 3 кружки выпил. Ну знаете ли, я не хочу заснуть в такой ситуации. Ну да, ты прав. Ребят, кажется, уже совсем стемнело. Черт, кто это? Мы же вроде никого не звали. Что за фигня? Черт, не очень страшно. Ну так куда вы пошли? Макс, там кого-нибудь видно? Пока я не вижу никого. Эти стойки были во входную дверь? Да, Макс, 100%. Черт, кто это может быть? Ладно, пойду аккуратно, в глазок гляну. Макс, давай только, пожалуйста, максимально аккуратно и скрытно. Ниже, ниже, Макс. Кто ниже? Червяком ползи. Девочки, у вас глазка-то нету. Ой, да, точно. Ну ты осторожно через окошко посмотри. Так.
Там нет никого. Ну кто-то же стучал. Кто-то стучал, но там никого нет. Хотите, вот сами посмотрите. Не, я не хочу. Я тоже. Макс, может ты аккуратно дверь откроешь и посмотришь? Ну вот, вечно мне все достается. Ладно, сейчас гляну. О, дверь уже открытая, прикиньте. Девочки, там коробка какая-то. Что еще за коробка? Не знаю, черная какая-то. Ну давай, Макс, тащи ее сюда. Да, взял. Черт, там темень как такая страшная. Что? Макс, открывай первый, я боюсь. А я что, думаешь, мне не страшно? Да подождите, давайте потрясем. Она какая-то слишком легкая. Но пока ничего не взорвалось. Подожди, тут дырочка. Дырочка. Ну-ка, может, отсюда? Да не, ни черта не видно, там темно. Да, тоже... Она сейчас откроется, ребят. Почему кто открывает? А если там тараканы? Да какие тараканы? Все, Макс, открывай, открывай ты. Да. Быстрее. Макс, сказали же, ты открывай. Ладно, сейчас. Все, тихо. Я буду смотреть. Чего? Что за мусор? Бумажки какие-то. Что за бред вообще? Кто хотел нас напугать этим? Это вам не страшно, что ли? А вдруг там тараканы или пауки, или уши чьи-нибудь завернуты, или зубы? Дома ты что, совсем что ли, блин? Ладно, ребят, мне, честно говоря, кажется, что эти бумажки значит, что игра уже началась. И нам, наверное, надо по очереди их доставать, а там какие-нибудь задания будут. Ну вот ты уже взяла, так что давай, разворачивай. Да. Я боюсь. Ну давай, ну, давай уже вот... все взяла, Маш. Вот вы даете, на меня все спихнули. Я вообще эту коробку притащил. Тут что-то реально написано. Пойди в темный-темный двор, найди сосульку и принеси ее домой. Че? Не, я не пойду, а если Хаги-Ваги схватит? Да я тем более не пойду, реально, там сейчас этот Хаги-Ваги ходит. Я, по-моему, не сумасшедшая, чтобы на улицу сейчас выходить. Маш, то есть ты предлагаешь не выполнять все задания, а тебе не кажется, что будет еще хуже? Я не знаю, но мне страшно. Всем страшно. Маш, ну так как ты первую бумажку это взяла, значит ты иди и выполняй. Че тебе там? Пойти просто в темный двор, принести сосульку и прибежать домой. Ну да, все быстренько. Делов-то. Ну да, фигня прям какая-то. Ладно, ребят, но если со мной что-то случится, это будет по вашей вине. Да ничего, мы за тобой это присмотрим, если что. Маш, давай аккуратно, пожалуйста. Черт, как темно. Надеюсь, этот Хаги-Ваги меня не увидит. Где он вообще? Блин, на доме ни одной сосульки. Где я ее возьму? О, может, на сарае? О, сосулька! А как я ее достану? Так, надо как-то залезть. О, есть! Да, сосулька! Все, надо бежать домой. Ребята, есть сосулька, я принесла. Это получается, ты выполнила задание? Ну, получается, что да. Теперь, видимо, кто-то из вас должен выполнять. Блин, кто следующий? Давай ты. Блин, а что я? Ладно, все равно до тебя тоже очередь дойдет. Тут бумажек этих полным-полно. Как и не хочу. Такую выбор ты даже не знаю, ладно. Давай вот эту. Нет, нет, вот эту думаю. Блин, что там? Интересно, тебе еще страшнее задание попалось. Оно тоже на улице. Зайди в страшный-страшный сарай и сними с потолка паука. Как хорошо, что не я вытащила это задание. Блин, этот Хаги че вообще офигел? У меня арахнофобия, какие пауки? Блин, Макс, мы в тебя верим? Давай. Да, конечно, в сарае холодно, темно, вы чего? Я вообще, в принципе, сам этот сарай боюсь, а там еще и паука достать. Да жесть, блин. Давай, тихо. Аккуратно. Там на улице очень страшно. Холодно? Очень холодно и страшно. Макс, там, если что, в сарае свет можно включить. Капец, как же страшно и жутко. О, капец, как тут страшно. Так... Свет включи, свет включи! Нифига, этот свет тут не работает! Фу, жуть какая! Ты где здесь этого паука-то искать? Темно, еще не видно нифига! На потолке, на потолке. А, капец, блин! Походу, вот он. Жесть, он огромный и страшный, эти бабки мохнатые. Да почему мне это задание? Как его достать-то? Блин, как я не хочу это делать! Ну надо. О, какой он противный, ужас, блин.
Ладно, Макс, соберись, давай. Давай, всего лишь какой-то паук. Огромный, мохнатый паук. Фу, ужас какой! Ай, капец. Как у тебя руки взять? Какая мерзость, фу. Так, все, тебе надо валить отсюда. Еще как холодно. Девочки, вот вам паук! Убей! Макс, ты с ума сошел, что ли? Вы видели мое лицо, когда я его увидел там? Это как еще страшнее, чем Хаги-Баги дома встретить. Вот такой паук! Том, давай, все, твоя очередь, на. Ребят, а давайте не будем вообще ничего тянуть, че нам обязательно это, что ли? Лучше просто до утра тут посидим и все. Я думала, Хаги-Баги задолбается тут ходить вокруг нас и уйдет. Да ты думаешь так, ага, он нас до утра уже сожрет. Том, так нечестно, если мы с Максом смогли, то и ты должна, давай, доставай. Вас твоя очередь. Да Тома, не жульничай, давай. Да почему мы вообще должны играть в его игры? Тихо, тут посидим до утра, и он уйдет. Спать захочет. Том, ну ты же понимаешь, что так не работает. Ага, я когда выходил, я слышал, что он рычит где-то неподалеку. Так что он нас так просто в покое не оставит. Так что на, тяни бумажку. Ладно, вот это вроде самая маленькая. Ой. Ага, сейчас там вообще что-нибудь вообще жесткое выпадет. Позови всех в машину и расскажи очень страшную страшилку. Вот, ребят, видите, как мне повезло. Все втроем пойдем. А мы поодиночке ходили. Ага. Вообще нечестно. Ладно, втроем не так страшно, мне очень повезло. Спасибо, золотые руки. Только давай какую-нибудь вайтовую историю. Тут реально стрёмно. Я рассказывала какую-то прям ужасную страшилку. Ладно. И не на реальных событиях. Хорошо, Макс, все, пойдем. Тома, иди первое, твое задание. Мне очень страшно, ребята. Так, сзади вас никого нет. Давайте все втроем на заднем сиденье. Быстро, быстро, быстро. Ребята, очень. Тут никого нет. Машина чиста. Быстро. Ой, как холодно. Хорошо, хоть в машине свет горит. Том, ну давай, рассказывай уже. Ладно, ребята, мне очень давно рассказывали эту историю, после которой я, наверное, 3 дня не спала. В общем, да, внимательно слушайте. Маленькая девочка проснулась посреди ночи, потому что услышала стук в ее окно. У меня мурашки побежали. Том, можно было что-нибудь не такое страшное? Ей было очень страшно, но она все-таки встала и посмотрела в окно, чтобы узнать, кто же стучит. В итоге там никого не оказалось. Но оказалось, что этот стук не в окно, а в зеркало, которое находилось позади нее. Черт! Как же жутко-то стало. Представляете, кто-то стучал в зеркало с другой стороны. Ну спасибо, блин, Том, еще страшнее стало. Я теперь вообще из машины не смогу выйти. Слушайте, а давайте реально здесь останемся. А есть вообще ключи? Может, уедем вообще нафиг отсюда? Точно, надо завести машину и уехать. А где мы ключи возьмем? Тут их нет. Я даже в окно боюсь выглядывать. Ладно, ребят, нам все равно придется выйти из машины. И тем более надо обязательно задания эти выполнять. Хочешь, не хочешь. Ну да, тут у него все-таки больше шансов нас сожрать. Да, да, да. Ладно, все, тихо, аккуратно выходим и бежим в дом. Кого нет? Тихо. Ребят, это, наверное, не от Хаги-Ваги. Может, у соседей что-то? А может, от Хаги-Ваги? Да давайте все, потихо. Если что, бежим в разнобой. Дверью. Какой разнобой? Чтобы он нас всех вместе поймал. Ты что, с ума сошла? А, сука, мой. Осторожно. Тома, ты где? Бежим. Тихо, тихо, тихо. Слышите? Показалось. Да ты что, совсем что ли? Быстро дверь закрывай, бегом! Прячемся, прячемся, прячемся. Следующее задание кто выполняет? Маша! Опять я же только выполняла. Надо поскорее с этим всем закончить. Тут еще этих бумажек, дофига. Вот эту возьму, хоть бы я не ошиблась с ней. Я открываю. Возьми свечу и пройди вокруг дома. Может, ты потише? Прям вокруг дома? А что, если я буду проходить за домом, а там Хаги-Ваги стоит и ждет меня? Я боюсь, ребята, я не пойду никуда. Блин, ну Маш, ну нам нужно обязательно это выполнять. Ты понимаешь то, что он может меня сожрать? Что если что, свечку в него кинь, там же огонь будет, он сгорит и все. Это же игрушка, да. Вот вы все смелые, конечно, умеете уговаривать. Ладно, я за свечкой. Аккуратно, да. На цепочках. Если что, свечу в него кидай. Капец, Маше не повезло с зданием. Может, у нас вообще там еще хуже дальше будет. Типа, залезь на крышу, помаши Хаги-Ваги. Ребят, пожелайте мне удачи.
Как же страшно. Я боюсь туда идти за дом. Что мне делать? Так со свечой он меня точно увидит. Блин, надеюсь, Хагиваки не за домом. Интересно, где он сейчас? Фух, как же страшно. Ой, не пугай, блин. Еще и свечка шипит. Фух, нету Хагиваки. Он спрятался, наверное, где-нибудь поджидает меня. Так, ну, почти полдома я уже прошла, ребята. Как же страшно. Вы даже не представляете. Давай, удачи, мы в тебя верим. Фух. О, черт! Он меня увидел, что ли? Так, надо быстрее идти домой. Главное, чтобы он не шел за мной. Маш, ты как? Ребята, это жуть! Быстро вниз! Я видела только что Хагиваки. Он стоял за забором, и он очень злой. Маш, ты что, сейчас серьезно? Да, я серьезно, я его видела. Блин, Маш, зачем ты это сказала? Сейчас же теперь моя очередь тянуть задание. Ну, как было, так и сказала. Макс, там очень страшно. Ну, спасибо, блин, как я теперь на улицу пойду? Блин, хоть бы не на улице задание, пусть здесь, в доме. Слепить снеговика в темном-темном дворе. Макс, какой кошмар. Я чувствую, что помогать лепить этого снеговика тебе будет Хагиваки. Да ты что, Маш, прикалываешься, сколько лепить этого снеговика буду? Мы в детстве одного этого снеговика 10 человек целый час лепили, а тут я один, фиг знает, сколько буду лепить его. Если он меня даже не сожрет за это время, то я замерзну там к черту. Макс, ну там же не написано, что снеговик должен быть огромным. Ты слепи маленького, аккуратненького. Главное, чтобы похож был на снеговика. Да, точно. Давай, Макс, удачи. Удачи. Ты варежки взял? Подожди, у тебя есть варежки. Да найду сейчас. Блин, да если ты сейчас не явится Хагиваки, то вообще жесть. О, ну слава богу, его хоть здесь еще нет. О, на задний двор я вообще боюсь идти. Фух, один есть. Блин, как же руки трясутся от страха. Капец. Главное, чтобы сзади не подкрался. Как его лепить? Я же говорил, его сложно лепить, блин. Блин, Маш, что-то Макса долго нет. Интересно, с ним все нормально? Да и Хагиваки давно не видно. Что, если он сейчас рядом с Максом? Фух, так, ну вроде готово. Так, главное, чтобы не сломался еще. Все, держится. Прости, Хагиваки, но морковки у меня нет. Девочки, я здесь. Макс, блин, ты чего? Так долго мы уже переживать начали. Что у тебя там случилось? Да вы что, думали, этого снеговика так легко лепить? Ну, да, надеялись. У меня еще руки трясутся от страха. Ты Хагиваки-то не видел? Да, слава богу, нет. О, повезло тебе. Ну что, Тома, удачи. Блин, я думала, вы забыли, в каком порядке. Да, ладно. Конечно. Мне кажется, с каждым разом задание все сложнее и сложнее. Ага. Сделай горку для малыша. Для какого еще малыша? Какую еще горку? А как ты ее вообще делать будешь? Я не знаю, может, я просто малышу молочко подогрею и печеньку дам. Конечно, Том, мы все выполняли задание, и ты теперь выполняешь. Тем более, ты сама его вытащила. Так, а как эту горку сделать? Я же ее сейчас час буду делать, блин! Тома, аккуратнее там давай. Если будут проблемы, решай. Спасибо, Макс. Тоже мне, блин, советчик. Черт, я надеюсь, я сейчас не встречу Хагиваки. Это же кошмар какой-то. Я его пока здесь не слышу. Как мне вообще эту горку строить? Ладно, сейчас разберусь. Может, руками? Блин, руками точно не получится. Тем более, слишком долго. О, лопата! По-моему, гениально! Так, Хагиваки, если что, я тебе по башке дам. О, кажется, подходящее место. Хагиваки, тебя здесь нет тоже, да? Я надеюсь, ты не прячешься. Ладно. Ой, перчатки скользят. Ничего не получается, блин. Блин, варежки мешают. Ой! Надеюсь, он меня не видит. Я надеюсь, он сейчас через этот забор не выглянет.
Ну вот, похоже же на горку. По-моему, очень похоже. Все, я задание выполнила. Хаги-ваги не услышал, не увидела. Бегу домой. Ой, а вдруг он у двери стоит? Вроде чисто. Все, чисто. Я выбираю вот эту. Хоть бы мне повезло. Девочки, смотрите, последняя бумажка с заданием осталась. Да, Макс, и она по очередности выпадает на тебя. А я, походу, больше ничего выполнять не буду. Блин, жесть. Ладно, я читаю. Тебе бонус. Ты заслужил Глинтвейн. Выйди на задний двор и выпей его. А прикинь, если себя на заднем дворе погибать, я ожидаю. Да. Ничего себе бонус. А ты возьми его просто залпом выпей, быстро сюда. Во-первых, меня там Хаги-Ваги может сожрать, так я еще и Глинтвейн ненавижу. А если ты возьмешь Глинтвейн, делаешь глоток, вылезешь и убежишь. Ага, за это я не выполню задание. Ребят, надо уже скорее с этим заканчивать, поэтому я побежала. Ладно, Маш, давай, удачи. Вы только следите, если что, помогите мне. Хорошо, ага. Все, давай, только поторопись. Быстренько выпей этот Глинтвейн и все, и домой. Да. Черт, ты где же искать этот Глинтвейн на заднем дворе? Хорошо, что Хаги-Ваги нет. Где же он может быть? О, что это? Точно, это он! Главное, чтобы Хаги-Ваги со спины не подошел. О, гадость какая! Фу, ладно, надо побыстрее это допить и валить уж домой, пока он не пришел. Все, выпила. Так, надо бежать домой. Скорее, скорее. Последняя бумажка осталась. Обычно в последних заданиях какая-нибудь жесть. Вот прям жесть, жестью. Надеюсь, не в этот раз. Что-нибудь точно будет самое страшное. Да не надо меня сразу загонять. Давай быстрее закончим это и быстрее ляжем спать. Пойди на темный-темный пустырь и стой там 5 минут. Чего? Какой еще темный пустырь? Я же говорю о да жизни. Как ты сказала, самая жизнь. Ребята, во дворе-то у нас темного пустыря нет куда идти. Ой, я узнаю. Жесть. А, так, вроде нормальный пустырь. Так, буду стоять тут. Всего надо простоять 5 минут, продержаться. Так, время. Все, время пошло. Блин, как же жутко тут, страшно. А, жесть. О, капец, вроде никого. Как будто кто-то пронесся. Что это за звуки, блин? Капец. А, там птица еще летит. Вообще жесть. Не буду туда смотреть даже. Черт, что это? Блин, что это за фигня такая? Черт, да что это за жути? Черт, это не со мной. Это все не со мной. Еще 3 минуты осталось. Совсем недолго. Черт, Хаги-Ваги, блин, только не ты, не иди сюда, пожалуйста, только не я, не иди сюда, не надо, не надо. Не ешь меня, прошу, я скоро уйду, я буду слушаться родителей, я никогда не буду никого обманывать. О, 1,5 минуты осталось, о, чуть-чуть совсем. О, все, время, ну нафиг, бегу отсюда. О, жесть. О, давай скорее. Девочки, это такой вообще жесть, капец. Ну, что случилось? Я был на этом темном пустыре, это страшнее квеста, блин. Подожди, а почему ты так долго? Да я капец, там такие страшные мистические штуки происходили. Хаги-Ваги, встретимся. Хаги-Ваги, встретимся. Да, Хаги-Ваги, там все было страшное, я туда вообще больше никогда не вернусь. Ну и не надо, у нас все, ты выполнил последнее задание. Да уж, блин. Да, заданий не осталось, но на улице-то еще темно. Лично я больше отсюда до утра никуда не выйду. Да, я тоже. У меня аж волосы посидели. Думаешь, посидели, Макс? Конечно. Светло совсем. Ребята еще спят. Пойду наверх в окно посмотрю.
Игра окончена. Да, получилось. Надо ребятам сказать. Ребята, проснитесь. Маша, что? Встань. Что ты хочешь? Ребят, игра окончена. Какая игра? Да дай поспать. Ребят, я же говорю, на снегу написано, что игра закончилась. Какую снегу? Мы прошли все задания Хаги-Ваги. Подожди, так это был не сон? Говорю же, на снегу написано, что игра окончена. Что непонятного? Бегом наверх. Быстро. Я первая. Давай.